Многие характеризуют ракерит джем как самое мощное растение из казахских можжевельников. Такая характеристика обусловлена тем, что несмотря на небольшие размеры, карликовое растение легко может захватить площадь до 3 квадратных метров. Побеги ракерит джема обладают темно-зеленым оттенком, а ветви отличаются кудрявой формой. Растение имеет колючую хвою на побегах и игольчатую в центре кроны. Шишки имеют округлую форму и зеленый цвет, но вместе с возрастом можжевельника их цвет приобретает синий оттенок. Обладает необходимой морозостойкостью для посадки в большей части России. На нашем сайте spelov.ru вы можете заказать саженцы этого растения по хорошей цене. Ссылку на страницу заказа вы найдете в описании под этим видео. Ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал и узнавайте первыми о новых и интересных растениях.